Всеобщие выборы организованы в выходные. Народ голосует. В этот день работа корреспондентов особенно сложная. Тем не менее, все нашли время. У нас, согласно списку нашего, 9 членов комиссии. 7 из них сидят, работают со списками. Так как у нас посещаемость очень хорошая, поэтому есть такая вот очередность. Если у какого-то члена комиссии нет на данный момент избирателей, идет, помогая следующему. Всего на данном участке зарегистрировано 2873 человека. Александра Гауэрт, Абзал Болтабаев, Жюрсин Умерзак, Алмаз Садвакасов, Кокши Акпарат.